Учиться никогда не поздно даже тем, кто сам стоит с указкой у доски. В Люберцах прошел областной форум молодых педагогов. 250 учителей Подмосковья сели за парты гимназии «Интерес», чтобы повысить свою квалификацию. Для участников подготовили образовательные мастер-классы и открытые уроки по окружающему миру и литературе. Вот такие встречи, кроме того, что несут некий заряд, будем говорить, обучения, это еще встречи, это знакомство, это обмен мнениями. Очень важно, когда есть живой собеседник со своим опытом, со своими взглядами. Как найти подход к любому ребенку и показать родителям школьника свой авторитет? Ответы на эти вопросы молодые учителя искали сообща. Разобраться в тонкостях педагогической науки им помогали более опытные коллеги. Всем привет! Я Мария Антонова, и вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.